добрый день. Хочу показать, как это все сделано. Вот эту штуку оттуда я выбросил. Она там совершенно не нужна. Ее можно куда угодно. Тут сделано все уже по-другому. Тут насос-дозатор поставлен. И все собрано из того, что было под рукой. Колонка C40. Цилиндр. Палец интересный сделан. Токарь сделал. Просто надо было хороший материал. Токарь сделал. Выточил его подлиннее. Гайка все затянута. Все работает уже несколько лет. Другой конец цилиндра укреплен на мосту, потому что мост был старого образца, и там негде было его крепить. И сделали просто из пластин, из того, что было под рукой, сделали на болтах. Все крепится и держится уже несколько лет. На нем можно работать. Конечно, про техосмотр и про такое тут говорить уже не стоит. Это все самодельное. Но все работает. И руль работает. И когда надо прицеп сдавать назад, тогда это все намного легче, чем с оригинальной колонкой, с этой штукой, которая то работала, то не работала. Я купил ремкомплект, резинки поменял, клапан регулировал, но все это уже, видимо, состарилось, все, износ такой был, что уже, как сказать, ремонту не подлежало. Сейчас это все работает, и на нем можно ездить. Еще могу показать усиление, как я сделал. Тут такие железки поставил для лебедки. Заодно крепится полурама. Крепится и все сделано на болтах. И тут еще такая труба, которая идет назад и как бы усиливает этот промежуточный кусок, который обычно ломается. Сделали так, чтобы когда в лесу попадаются пень или что-нибудь препятствие, чтобы не поломалось сразу. Ну и все это работает, это проверено. Смотрится, конечно, никак. Я его не красил, ничего не делал, потому что мне надо было на нем работать и ездить. Генератор тут тоже стоит такой интересный. Он работает без аккумулятора. Как двигатель заработал, сразу фары горят. Кардан тоже на передний мост старого образца, без этого промежуточной, промежуточной, просто подшипник тут стоит, нету этого сцепления, как бы. И тут сделаны еще такие упоры, которые не позволяют колесам поворачиваться слишком много. Это упирается сюда, чтобы не было такого отрицательного угла. Что еще могу показать? Пускач заводится шнуром. Все это вы уже видели в нашем репортаже, когда ездили в лес. Могу показать прицеп, как сделан. Прицеп сделан из U-профиля, тандем взятый от разбрасывателя навоза. Я их использовал полностью. Удалил тормоза. Там уже нету тормозных колодок, чтобы не было куда грязи набираться. Потому если ночью мороз будет, это все примерзало. Сейчас все это пусто и свободно может вращаться. Прицеп
Я сделал, смотрим. Тут уже видно еще, видно. 28, 12, 13. То есть 28 декабря 2013 года. И до сих пор работает все. Все самодельное из того, что было под рукой. Из швеллеров, шланги, из сельскохозяйственных машин. Основа — это ПН-08, поворотный цилиндр. Ну, тут все сделал так, чтобы можно было подцепить. Чуть можно его поднять и опустить. И примерно так. Колеса от старого кировца, или вернее от комбайна Енисей. Середину я переварил, сделал тут такие усиления, чтобы не ломались. Сдвинул ступицы к середине больше, чтобы нагрузки не было такой на полуоси. И сделал защиту вентиля. Передние колеса, диски от ЗИЛа, середины заварены, из пластины сделаны, толщина 16 мм, останки выточены и уширены. ЗИЛовские диски сделаны так, чтобы можно было резину одеть, не мучаясь постоянно монтировкой. Это кольцо от газона 53-го, одна штука только. Не надо там двойные этих кольца. Хватает вполне одного кольца. Тут сделана штука. Защита вентиля. По веткам, если ездите по лесу, чтобы не сорвать. Так примерно. Что еще показать? Кабина самодельная. Ну, все работает. Спасибо за внимание.